Ребят, всем привет, с вами Саша Царь, и вы на моем канале Кожаные аксессуары Царь Арт. А капец, как долго не выходили никакие видосики, и, признаться по-честному, два уже отсняты в монтаже, ну, в общем-то, вот времени все никак не хватает. Одно видео еще до Нового года было отснято, очень жирное, очень большое, но сегодня очень короткое, очень простое видео. Решил заснять так, про между прочим, чтобы хоть что-то полезненькое вам подкинуть. Вот, кстати, я переехал к себе домой, магазин закрыл, но об этом у меня в Инстаграме есть отдельный видосик, я об этом рассказываю, а сегодня расскажу о вот такой вот прелюде. Штука вроде как очевидная, но при этом кажется не очень очевидной. Ну, как оказывается, не всем понятно. Да, кстати, ребят, забыл спросить, как вам вообще такой формат коротеньких видосиков без особого монтажа, без там супер-пупер заморочек и какого-то длинного рассказа о каком-то изделии, а вот просто вот такой вот, ну, этап, лайфхак и мини-мини фишечка. Напишите снизу в комментарии, мне будет очень приятно, и это поможет понимать, куда дальше двигаться каналу. В общем-то, те, кто смотрели раньше у меня видосики, наверное, помнят, что пробиваю я на гранитной плите. Но та плита у меня поехала для другой работы, и пришлось себе заказывать новую, но сразу решил заказать немного покрупнее. В общем-то, к чему я это? При пробиве, вот сейчас я работаю, например, дома, живу я на 5-м этаже, у меня соседи внизу и так далее, и так далее. То есть, если пробивать на обычном столе или там на подоконнике, без разницы где, шум, звук и гул будет достаточно немаленький. Я думаю, вы все это знаете. Взял себе новую плиту, это гранит, размер 0,5 на 0,5, 5 сантиметров толщиной, вес ее порядка 40 килограмм. Так вот, она очень хорошо глушит звук. Плюс по пробиву, что я сделал? Сам пробойник немножко обтянул кожицы, не знаю, как надолго хватит. Пока что вот штуки 3 кошелька, наверное, сделал. На молоток просто приклеил кусок кожи и пробиваю на мягком полиуретане. Толщина также около 5. В общем-то, предлагаю послушать звук. Ну и если этот видос вам был полезен, ставьте лайки, жмите подписаться, и скоро, я надеюсь, уже скоро выпущу прям целую серию видосиков. Всем спасибо, всем пока-пока, слушайте, как звучит вот эта вот штука. Слушайте.